захватывающая историческая драма вышла в эфир Первого канала в 2017 году. И коль вы еще не догадались, то речь идет о многосерийном фильме «Матахари», который является совместной работой украинских, португальских и российских кинематографистов. Актерский состав картины вполне можно назвать интернациональным. Да и стоит заметить, что сыграли в сериале небезызвестные актеры. На протяжении всех 12 серий зрители сопереживали главной героине и держали за нее кулаки, так как на долю этой прекрасной женщины выпало слишком много испытаний. Разумеется, после просмотра первого сезона многие начали спрашивать, будет ли продолжение. К сожалению, второго сезона сериала «Матахари» не будет, так как изначально сериал планировался на один сезон. Подписывайтесь на канал и будете в курсе всех событий о любимых сериалах.